Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я Ролан Морозов. И сегодня посмотрим такую платформу, как 1xFarm. Мне попросили сделать какой-то некий обзорчик и высказать свое мнение. Сегодня я его выскажу, и абсолютно он будет, как сказать, нейтральный. Это будет лично мое мнение. Так, что нам предлагает сайт? Сайт предлагает сгенерировать NFT и на этом заработать. Сбросить на стейкинг и получить 4.44% в день. То есть, ну, супер высокая доходность. Проект сделан на смарт-контракте BNB. И, в принципе, вроде бы как должен быть очень прозрачный. Так, посмотрим тогда очень быстро, например, NFT, да, раздел. Кто не знает, NFT такой предмет, то есть картинка, что уникальный, и своим уникальностью он как ценен, незаменимым токеном, или как-то так вот правильно сказать, да. И тут у нас возможность, чем больше мы бросаем монеты, как сказать, то есть покупаем NFT, зависит, какую сумму мы ставим, и нам генерируется NFT. Тут есть сразу же раздел стейкинга, и можно бросить в стейкинг либо на 27 дней, получаем либо 120% профита, либо 4.47% в день. Ну и сами можете смотреть последующие варианты. То есть генерируем себе NFT и получаем фиксированный прибыль. Вообще, как зарабатывать, кнопка, да? Видите, покупаем NFT, стейкаем, бустим свои NFT и получаем прибыль монеты BNB. Естественно, заработок на реферальной программе. Собственно, как тут участвовать? Просто нажимаем Launch App и подключаем свой кошелек. Вроде бы просто, да? И сюда ставим сумму, начиная 0.01, смотрите, 0.01, и нам начинает генерировать NFT, что чем больше платим, чем такой типа круче NFT у нас получается. Но сначала ничего не меняется. Но если уже инвестировать одну NFT, будет более круче, видите, 2 NFT, там 5, вообще крутой. Ну и так 50, ясно, да? И после этого просто бросаем их в стейкинг и получаем фиксированный заработок. Естественно, у нас тут имеется партнерская программа 10 уровней, и в связи с этим можно заработать еще больше. Так, давайте теперь перейдем к моему мнению. Это будет абсолютно нейтральный, и неважно, понравится это разработчику или нет, меня это не волнует. Я делаю обзор для своих подписчиков, то есть для тех людей, кто думают, инвестировать сюда или нет. Ну, во-первых, 1xFarm не является ни в коем случае надежным проектом. Почему? Объясняю. NFT вот так генерировать один чок, это не NFT. Это чисто картинку, что вы получите на их сайте. Вы не можете его продать нигде, кроме вообще нигде. То есть, получается так. То есть, первый минус, что NFT у них абсолютно не NFT. Второе, что я так и не увидел на сайте, за счет чего они зарабатывают. То есть нету никакого конкретного алгоритма заработка. И остается мне лично мнение, что единственный заработок от новых прибывших людей, то есть имеем дело с чистой воды, с пирамидой. Так что заработка как такого я не находил. Стейкинг, да, что тут имеется? Фиксированные дни без возможности вытаскивать свои деньги. То есть вы не можете возвратить свое тело депозита, пока не проходят эти дни. Но, скорее всего, ну может 24 дня действительно эта пирамида проработает. Но 72 дня я очень сильно сомневаюсь. И
минус еще, что однозначно показывает, что мы имеем дело с пирамидой фиксированной прибыли. Ни один, от слова совсем ни один компания, проект, не знаю, что угодно, кто фармит, стейкает, занимается трейдингом, вообще не важно, чем занимается компания, никто не может вам предложить фиксированную прибыль. И еще 4.44% в день. Бывает порой, что столько заработать в месяц, это уже хорошо. Что у нас инвестиции? В первую очередь сохраняем свои деньги и только после этого зарабатываем. То есть, ну, сами понимаете, как можно обещать, если нету даже ни одного модели, как они зарабатывают. Ну, опять же, ясный знак, что это пирамида. Ну и, конечно же, партнерская программа. Ну, помимо того, что они обещают сверхприбыль, еще и 10 уровней партнерской программы, с этим все сказано. Это 100% пирамида. И единственный заработок тут от нов приглашенных людей. То есть, чем больше наивных людей сюда зайдет, тем больше есть людей, кто потеряет свои деньги. Так, и в заключении я скажу, что, на мой взгляд, 1X Farms очень ненадежная платформа. 100% я вижу, что это пирамида. Я ни в коем случае даже 0.01 BNB сюда не проинвестировал бы, потому что вы, в принципе, ничего не заработаете. Это факт. Если вы так мало проинвестируете, вы свои комиссии даже не получите. Ну, короче, больше заплатите комиссии, чем заработаете. То есть, ну, заработаете — уже неправильное слово. Вердикт. 1X Farm, на мой взгляд, чистой воды пирамида. Держитесь от нее дальше. И, друзья, зарабатываем честно и, главное, быстро. Всем пока!